Друзья, всем большущий привет! Сегодня будем делать самоделочку. Вот из таких подручных средств. Это у меня осталась канистра. Нам понадобится вот такая вот короночка на 25, шуруповерт и вот такой вот краник. Я думаю, вы все догадываетесь, что это получается. Но тем не менее, давайте посмотрим, как я это сделаю и что у нас получится. Первым делом берем шуруповерт. Здесь пока на крышке есть прям уже центр. И просверлим отверстие. О, и сверлышко там осталось. Ничего страшного. Самоделочка на одну минутку. Берем этот краник. У меня старенький. Нашел я его не знаю где. Валялся. Ну, он нам пригодится. Ключа подходящего у меня нету, буду использую для этого пассатижа. Вот так вот. Еще было решено просверлить одно отверстие. Я сделаю вот в верхнем углу сверло на 12. Здесь также я решил оставить прокладочку, которая была родная. Самоделка, в принципе, наша готова, надо теперь только его будет повесить и испытать. А для крепления к стене я буду использовать такую гофрированную ленту. Она у меня еще осталась от постройки первого дома. Дом у меня был каркасный, и использовал я его в каркасе. И к вам, друзья, такой вопрос. Кто первый угадает, для чего я использовал эту перфорированную ленту? В доме я на счет положу 100 рублей. Так что подумайте, попробуйте угадать. Отрежем абсолютно два одинаковых куска. Ну, у нас с вами получился вот такой вот рукомойничек возле мастерской. Можно сюда руки помыть. Единственное, что надо добавить, наверное, здесь прорезь сделать, чтобы воду не снимать его постоянно. А можно сразу было налить воду. Простейшая конструкция облегчает жизнь. Вам всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.